Теперь приходится отступать. Сейчас будет удаление. Пол! Какая комбинация! Ну, просто нельзя не восхищаться. Посмотрите, сколько передач. Затем точнейшие, ну, просто выложенные шайбы на левый фланг. Пас-центр и... Вот хорошая передача. Тут защитники, по-моему, и не увидели. Такие были скорости, что хороший пас. Вышел штанга. Посмотрите. Посмотрите, как играют, я имею в виду нашу пятерку. Красиво, изящно, легко, быстро, интересно, с выдумкой, с фантазией. Точно, ну, просто превосходно. Конкретная мысль.
Oh!